Господи, как миленько, как вайбово. У меня тут новогодняя такая атмосферка немножечко. Всем привет, мои бобрульки. Желаю вам приятного просмотра. Распаковка шинчика. Надеюсь, вам понравится такой формат. Пишите в комментариях, как вам еще этот видосик. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И ставьте лайки авансом. Все. Всех люблю. Любые буквы. Черно-белое. О, холодно. Я думала, она будет больше. Я тоже думала. Я думала, там два пакета каких-нибудь будет. Ну все, let's go. Вот такая у нас бандюра. Рыгать можно? Можно. Все, открываем. Тут где-то 15 вещей вроде бы. Вот. Все. Да, кстати, у нас Лерка заболела. И мы думаем, что мы от нее заразились. Сейчас видео снимем, будем всякие тарафлюшки пить. Да. Она все место просто занимает. Оп. Я уже забыла, что заказала. Это что? Это погодки. Я первый раз вообще заказала столько много вещей Шейна. Не знаю, как правильно произносить. И это вообще нереально. Я на 10 тысяч заказала, он, конечно, там со скидкой, но все равно. Блин. Что, давайте начнем с курточки. Ребят, не обращай внимания, у нас Махунчик иногда очень тихо разговаривает, и я иногда сама не понимаю, что она сказала. Серая. Бля, снова серая. Слушайте, ничего такая. Прикольно. Я думаю, завтра на ней на фотосессию ехать. Если не заболеешь. Да. Если не заболеешь. Получается, на фотосессию не поедешь. Слушайте, вообще хорошая. А типа уже так надо снимать, да? Да. А, вот как-то так. Чё второе? Ну давайте вот это что ли. Шарфик? Нет. Отгадай, что это. Свитер. Да. Мне очень интересно, какого он качества, потому что свитер он стоил где-то 2000, я уже не помню, но я здесь ставлю все вставки, чтобы вы могли найти. И ссылки в описании тоже будут. Ой, он маленький такой. Я думала, он будет очень большой на самом деле. А какого размера? Слушай, я не помню. Я, по-моему, М-ку заказала. Надо было XL заказать. Блин. Ну, мне кажется, нормально будет. Такая, чисто, знаешь, цветочек. Ладно. Так, это что у нас такое интересное? Что-то я даже... Это даже... О, это парик! Парик? Ты черный? А, коричневый. А как мои волосы? Нет, мама. Кстати, качественно достаточно. О, нифига, смотри, тут даже рост волос такой, типа, знаешь. Не как это, блин, у Дед Мороза волос. Короче, как я тут парик цвет проделала. Че, давай попробуем надеть его. Ой, я так боюсь. Бля, они такие качественные, просто потрогай. Лучше моих волос. О боже! Блять! Ну ладно, я потом типа сделаю что-нибудь с этим париком. Типа там шапку сверху надену, блять, или еще что-нибудь. Блин, вообще у меня никогда париков не было. Ну, малина была, блядь, типа, знаешь, за 300 рублей. Синий такой. Так, что думаешь, что это тут? Господи. Штаны. Штаны. Я джинсы, в принципе, всегда боялась заказывать с интернета. Потому что, блин, ну тут хуй угадаешь. Ничего такие, кстати. Пахнет, правда, Шейном. Вообще. Пахнет чисто. Родной запах, блядь. Я куртку с лицом снимала, надо переснять. А, ну. Это уже... Ладно. Класс. Так, чехольчик мне попался. О, прикол. Чехольчик. Класс. Что там написано? Let's go, let's go. Не знаю. Я мне просто из-за вот этой картиночки понравилась. Капуху закажу. Окей, следующий чехольчик это у нас такая хуйня. Это скелет? Да.
Ну такой. Сюда, я помню. Что тут у меня 3 чехла было, блин. Класс. Кстати, он вообще в топе был на Шеине. Как на чехлы вошла, там вот этот один чехол был постоянно в топе. Блин, классный вообще. И приятный такой. Да, достаточно. Угу. Надеюсь, он будет хорошо сидеть на телефоне, потому что некоторые чехлы бывают, что кнопки, блядь, вообще не нажимаются нихуя. Это что? Так, следующее, думаешь, что? Свитер снова? Да. Просто все свитеры такие ношения. Да, я решила еще один свитер заказать, потому что... Ты за друзей огромный покупать. Да. Так. Я тут побольше. Да, это достаточно... Мой размерчик. Мой размерчик такая вот. Ты рот? Да. Кстати, по качеству, ну, типа, мне кажется, на нем будут катышки в дальнейшем. Хотя не знаю. Поносим. Поносим. Поносим, увидим. Достаточно легкий, кстати. Кстати, что у меня здесь? Волосы. Это типа жилетка, короче, но это... А, это... А, я майка это заказала. Я думаю, как футболка заказала. Ну, такой кроп-топик чисто. Кстати, по качеству тоже хороший. Тоже шеинчиком пахнет. А что тут еще такое? Футболка. А, там полунксы такой. Кроп-топик. Тут такой, тут другая ткань, типа, вот тут такая. По размеру тоже должен быть нормально. Да, воняет от него прям очень сильно. Да, кстати, такой запах. От него прям запах. А что это такой маленький? Это? Похули он такой маленький. Задушиться можно. Да не, ладно. Вот, да, вот такой. Ну, человек тут поднимается маленький немножко себе. Ладно, главное горло закрыть, да и все. Вот это думаешь, что? Блядь. О, это не маска? А, я думала, это маска типа как медицинская. Блядь, я себя в окне вижу, блядь, мне страшно стало. Точно. Подожди, у тебя... Так, короче, это колготки. Ну, надену, померю, хочу. Вот так это выглядит. Целуйте мои ноги. Ресница. Я такая умная, я буквально 2 дня назад купила себе ресницы в золотом яблоке на 1300. Когда заказала с Шеина за 75, и, ну, молодец. У меня точно такие же, как у золотого, да. Яблока. Буквально одинаковые. Это вот, ну, как вы поняли, это обувь. Я прям вообще всегда мечтала о вот такой обуви. И всегда боялась заказать, потому что думала, либо не по размеру придет, либо говно какое-то, либо вообще не придет, хуя. И меня найдут на деньги. Открываем. Я уже посмотрела на это все. Ну, размеров Ну, воняет пиздец. Ты чувствуешь уже? Ой, фу, резина такая. Воняет пиздец. Это суперклеем. Да. Но выглядит достаточно презентабельно. Не знаю, надеюсь, по размеру. По размеру! Ну ты мне полисады не давай. Блять, по размеру. Я вообще рада. Радости полная, что... Лёна! А. Я еще что хотела вам показать. Я буквально сегодня еще ходила по магазинам и хотела вам показать зимние покупки, но это так немножко отдельно. Вот. Вот они буквально сзади меня лежат. Новогодние покупочки. Так, во-первых, это носочки вот такие вот за 699 рублей. Они очень мягкие, из Ойша. Они вообще супер мягкие. Купила их к этой пижаме вот красной. Она вот такая супер удобная, мягкая. Когда я померила, думаю, все, это мое. Ну, во-первых, я искала себе новогоднюю пижаму какую-то, и чтобы ее можно было носить типа на повседневке потом. Вот штанишки такие. Такие. Тоже супер удобные вообще. Пижама супер топ. Белые колготки решила взять. Они такие чуть-чуть просвечивают. Ну, типа такие плотненькие, но немножко... Белые? Да. Не-не,
делаем вот такие вот супер мягкие вообще варежки. Прикиньте, 800 рублей стоит, пиздец. Они прикольные. Ну да. Я просто думала купить себе бифри варежки, они там стоят 1200, блядь. Это нормальная цена, по-вашему? Смотрите, какая шапка-ушанка, это просто пизда разъёб. Она просто охуенная, стоит 1000. Это что, она про меня? Она просто охуенная, стоит, кстати... Сейчас на меня повернись. Двигайся, а то сидит, блин. Фиг знает где. И вот такой шарфик. Ты чё, испугалась? Я думала, человек какой-то. Такой шарфик, короче, вообще крутой. Вот так. Все, видос закончился. Спасибо, что смотрели до конца. Пишите в комментариях, как вам видосик, какие еще видосики хотите видеть. Кстати, в ближайшее время хочу поехать в Икею, купить всяких новогодних штучек, украсить комнату, а то вот что-то, ну, немножко не по-новогоднему. Все, подписывайтесь на мой инстаграмчик, подписывайтесь на мой тикток, телеграм-канал. Все, будут ссылки все в описании. Спасибо, что смотрели до конца. Бэбрики, я вас люблю. Васаби! Васаби! Я высоко.